La sacriamo in apogeo al stile c'è la dieta degli The poem congratulates me now take the ice for the woman. It's time to escape from France. Daria Popova, Bruno Masso. Il Dussier from Russia, Seminato Uova, Fedor Krivon. Il Dussier from Russia, Lupo Cavaguti, Alexander Smirnov. Il Dussier from Germany, Mari Parman, Aaron van Grieve. Mari Parman e Aaron van Grieve, i Niemacchi. Mari e Roger Nanti succedere cosa nel settore unie, ma sono noi più. Dok Aaron Gorsi, Islamic e Canada. They teamed up in 2010, and their biggest national success was the gold medal. International success at NRW Trophy 2011 in Dortmund. Yuko Kawaguchi, Alexander Smirnov, Russia. Lucero Genati, Sucuda, Nekrosan, Desikrve, u Japanu. Alexander dolazi iz Rusko-Kvera. Trostupni su prvaci Rusi i dobitnici brojni zlatnih odličja. Kawaguchi competed internationally in singles for Japan before switching to pair skating. She has been living and training in Russia since 2003. Alexander is a student practicing in St. Petersburg. Daria Popova, Bruno Masso, Francuska. 19-godišnja Daria rođena je u Moskvi, a 23-godišnji Bruno nastupa od lipnja 2011. godine. They were national champions for this and last season. They trained in Caen. Ksenija Stolbova, Fedor Klimov iz Rusije, dolaze nam iz Sankt Peterburga. Dvostruki su juniorski prvaci Rusije. They teamed up in spring 2009 and they are both students. Thank you.
Последняя минута загревания. Skaters, there is 1 minute left in this warm-up. Zagrijavanje je završeno. Molim natjecatelje da napuste red. Skaters, your warm-up has ended. Please leave the ice. Вас приветствует, друзья, столица Хорватии, Загреб, где в Доме спорта проходит очередной европейский чемпионат фигуристов. Второй день соревнований, и сегодня вечером разыгрывается первая награда чемпионата, произвольная программа спортивных пар. К этой минуте уже выступили 7 дуэтов из первых двух разминок, а у нас начинается самое главное, самое интересное событие. Две сильнейшие группы, 8 лучших пар, среди которых 3 российских дуэта. С вами в эфире Николай Попов, и расскажу, как будет проходить, что будет проходить в ближайшие полтора часа. Но давайте сначала посмотрим выступление этой французской пары Дарья Попова и Бруно Массо. Они занимают 7-е место после короткой программы, опережая совсем ненамного, всего лишь на 0,05 балла наших Ксению Столбову и Федора Климова. Аплодисменты за этот очень интересный выброс, за интересную подкрутку. Тройная подкрутка.
Вот из Франции мы уже видели в этом сезоне на двух этапах Гран-при. Конечно, довольны они своим выступлением. Явно прогрессирует французский дуэт даже по ходу сезона. В декабре они на чемпионате Франции стали серебряными призерами. И вот седьмое место после короткой программы. Дебютировали они на европейском чемпионате в прошлом году в Шеффилде и сразу же заняли восьмое место. Не все получилось у них, конечно, в этой произвольной программе. Было очень хорошее начало, прекрасно исполненная тройная подкрутка. Затем была комбинация из трех прыжков, тройной тулуп, одинарный Ридбергер, двойной тулуп. Хорошая поддержка, которой дали третий уровень. Но были потом и ошибки, серьезная ошибка на параллельном двойном акселе, падение на выбросе тройной сальхов. Но, тем не менее, в целом, безусловно, лучшие выступления в этом сезоне. Они показали нам полностью каскад, комбинацию, вернее, прыжков. Но вот сейчас сразу же вслед за французским дуэтом выступит наша пара Ксения Столбова, Федор Климов. Не все у них получилось в короткой программе, они лишь только восьмые, но уступали французам всего-навсего 0,05, даже не десятых, а 0,05 балла. Немцам Мари Вартман и Аруну Ван Кливу проигрывать Столбова и Климов тоже не так много. Где-то примерно 1,5 балла, то есть в случае хорошей произвольной программы у Ксении и Федора есть все шансы подняться высоко. Ну, конечно, так высоко, как они были на своем прошлогоднем первом дебютном чемпионате Европы, им вряд ли удастся подняться. Я напомню, что в прошлом году в Шеффилде они дебютировали и сразу же стали бронзовыми призерами. Но, тем не менее, надо стараться подняться как можно выше в турнирной таблице. Вот я начал говорить в начале репортажа о том, что будет происходить в ближайшие 1,5 часа. Самое интересное, самое важное произойдет в самом конце нашей трансляции, нашей программы. Дело в том, что накануне состоялась жеребьевка, и воля жребия такова, что Баласажары Траньков, они лидируют после короткой программы, лидируют достаточно уверенно, на 3 балла опережает 4-кратных чемпионов мира Алену Савченко и Робина Шелкова. Ну, и надо сказать, что уже после короткой программы было абсолютно ясно, что именно эти две лучшие пары мира последних лет вновь поведут борьбу за первое место, поведут борьбу за победу. Так вот, накануне в жеребьевке Баласажары Траньков вытянули предпоследний 14 номер, а Савченко и Шелковы последние 15. Так что этот финал будет держать нас в напряжении буквально до последней секунды. И только в тот момент, когда мы узнаем оценки Савченко и Шелковы, станет ясно, кто же победит на этом европейском чемпионате. Ну а внимание на лед Ксения Столбова и Федор Климов. В этом сезоне они выступили на 2 этапах Гран-при. На одном были третьими, на втором пятыми. Трек из сериала «Семейка Адамс».
как и накануне, не все получилось и сегодня. Неплохим было начало, но затем вот это падение на выбросе тройной луч. Затем сорвали они параллельный двойной аксель. В этом сезоне у них уже был результат где-то в районе 116 баллов. Сейчас для того, чтобы опережать французский дуэт, нужно набирать всего где-то 103,5 балла. Ну, понятно, что они, конечно, ставили себе совершенно иную задачу. Не было задачи, чтобы подняться с 8 места на 7. Конечно, планы были совсем другие, но неудачное выступление накануне в короткой программе, было много ошибок. И в итоге лишь 8 место, с которого бороться за медали просто нереально. Тем не менее, я смотрю, пока самые высокие оценки за компоненты получают фигуристы. Да, вот двойной аксель. Конечно, как серьезным недокрутым им ставят. Но, тем не менее, очень хорошие оценки у них за поддержки. И вот это начало, очень хорошая оценка за тройную подкрутку, за эту комбинацию прыжков. Безусловно, они сейчас станут лидерами. Но вот надолго ли? Дело в том, что сразу же вслед за ними выступают Юка Кавагути и Александр Смирнов. Они уже сейчас на льду. И тоже, в общем-то, неудачники первого дня. Не все получилось у Кавагути и Смирнова. Была ошибка на параллельном прыжке и затем такое лавиобразное нарастание ошибок. 113,53, да. Не смогли они показать лучший результат в сезоне. Но вот 167,23 балла они стали лидерами, на одно место выше поднимаются, но смогут ли выше 7 места подняться, это, конечно, пока все под вопросом. Александр Смирнов накануне после короткой программы, конечно, признал, что много ошибок они допустили, но, тем не менее, был настроен весьма оптимистично. Сказал, что уж произвольную программу мы в этом сезоне всегда выполняли хорошо. И так будет и сегодня. Ну, посмотрим. Знакомая нам композиция «Февраль».
Вот интересно сравнить с тем, что произошло вчера, и сравнить с тем, что произошло сегодня. Вот накануне в короткой программе, тоже в самом начале, Александр Смирнов серьезно ошибается, падение на тройном тулупе. Сегодня начало похожее. Срывает он двойной аксель, и этот элемент фактически не засчитан, поскольку засчитан только как одинарный аксель и с ошибкой всего 5 десятых. Но если накануне после вот этой ошибки последовала еще серия ошибок, так сказать, лавинообразно все развивалось, то на этот раз такое ощущение, что, как вы поняли, фигуристы, что уже терять совершенно нечего, и выступали в дальнейшем они очень и очень неплохо. Правда, в самом конце, это уже ближе к концу, вот подряд у них шли два выброса, тройной Сальков и тройной Ридберги. Там, конечно, были проблемы с выездом у партнерши, но тем не менее, прекрасные поддержки. За одну из них, я вот смотрю, получили они почти 8,5 баллов. Появились у меня на мониторе оценки за компоненты, очень даже неплохие. Где-то в районе 7,5 до 8 баллов. Их лучший результат в сезоне 121,21 балла. Но, конечно, вряд ли получится повторить этот результат. Что оценка будет высокой в итоге. Вот другое дело, что они проигрывают довольно много соперникам. Вот Стефания Бертон и Андрей Хатарик, итальянцы, занимающие третье место, выигрывают после короткой программы у них 8 баллов. Это очень большое преимущество. Это 119,28. Вот если бы не это падение на акселе. Остается только жалеть. 175,48. Теперь все будет зависеть от того, как будут выступать в произвольной программе соперники. Завершает выступление в предпоследней разминке немецкая пара Мари Вартман и Аарон ван Клиф. Шестое место после короткой программы. Я смотрю, они проигрывали чуть больше балла Кавагути и Смирнову. Ну вот у них в арсенале лишь двойная подкрутка. Thank you.
Мы помним прошлогодний дебют этой пары на европейском чемпионате. В своем первом чемпионате Европы они сразу же заняли 5-е место. Но в этом сезоне на этапах Гран-при мы их не видели, потому что эту серию Гран-при они вынуждены были пропустить из-за травмы партнера. Ну, сейчас, естественно, речь о том, чтобы обойти Кавагути и Смирнова не идет. Они им не соперники. Сейчас весь вопрос заключается в том, что сумеют ли они обойти Ксению Столбову и Федора Климова. Поскольку выигрывали у них совсем немного, всего 1,5 балла. Я думаю, что не должны они это сделать, обойти, потому что самое начало программы было, что называется, провальным. Там сорван был и параллельный, только двойной получился Сальхов, хотя заявлен был тройной. Выброс не получился у них. Но это должна была быть каскад тройной тулуп, двойной тулуп. Естественно, он тоже не получился. Вот падение на выбросе, тройной Ридбергер. Словом, начало было провальным. Ну, не должны обойти они наш дуэт Ксению Столбову и Федора Климова. Вот я смотрю оценки за компоненты где-то в районе 6 баллов. Да, за технику оценки очень низкие, всего 86,65. Они только четвертые. Ну что ж, закончили выступать фигуристы из предпоследней разминки. Теперь у нас самое важное впереди. Сейчас на лед выйдут лидеры соревнований после первого дня. И, так скажем, два главных вопроса, на которые нам предстоит получить ответ. Первый вопрос. Как высоко в итоге окажутся Юка Кавагути и Александр Смирнов? Я имею в виду, достаточно ли той оценки, которую они получили за произвольную программу, для того, чтобы все-таки попасть на пьедестал. Но для этого нужно обходить итальянцев и французов. Ну и главный вопрос, кто же все-таки победит? Четырехкратные чемпионы мира или наши Татьяна Волосожар и Максим Траньков?